Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 3 серии. Итак, перед почему-то разобран, но видимых повреждений нету. Дверки левой стороны целые, заднее крыло левое помято, и крышка багажника. Крышка багажника и крыло буду менять. Итак, разобрал. Установил на стенд и теперь приступаю к ремонту. Начну с переда. Для начала делаю все необходимые измерения. Измеряю диагонали и затем высоту лонжеронов и прочих элементов. Измерил все размеры в норме. Скручиваю перед. Итак, с мордой я закончил. Все детали установлены. Все стоит прекрасно. Зазоры в норме. Ну что, могу приступать к ремонту задней части машины. Задней части уже немного посложнее. Мало того, что повреждено само крыло, также повреждена задняя панель и лонжерон задний. Итак, приступаю к ремонту. Первым делом вытягиваю заднюю панель и, насколько возможно, задний лонжерон. Итак, вытянул, теперь удаляю поврежденное крыло. Итак, также удалю кусок задней панели. У меня есть донорский кусок. Обратите внимание, внутренний и внешний металл задней панели отрезан в разных местах. Теперь попробую побольше вытянуть лонжерон.
Итак, лонжерон вытянул. Сейчас сравниваю длину обоих лонжеронов. Как можете видеть, при вытяжке лонжерон порвался. Так как он будет куском меняться, удаляю поврежденный металл. Итак, к сварке нового куска лонжерона все готово. Вот он, этот кусочек. Сварить я буду вместе с усилителем бампера. Еще раз проверяю высоту лонжеронов, длину лонжеронов. И если все одинаково, свариваю. Лонжерон на месте. Примеряю заднее крыло. Зазор хороший. Теперь подрезаю места стыков, то есть выравниваю. В местах створных стыков делаю вкладку и затем опять устанавливаю крыло. Итак, крыло установлено, прикручено саморезами. Теперь примеряю и привариваю части задней панели. Итак, задняя панель сварена. Чтобы начать приваривать заднее крыло, я установил все фонари, чтобы были одинаковые зазоры. И теперь могу сваривать. Итак, все сварочные работы закончены, все детали зада установлены, зазоры в порядке, все стоит прекрасно. На этом работа с металлом закончена, разберу и отдам машину на покраску. Итак, машина прибыла с покраски.
осталось ее собрать. Итак, еще один проект закончен. На проект ушло 9 рабочих дней, 4 дня работы с металлом и 5 дней покраска. У меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!